В Калининском районе задержали мужчину с мачете. Недовольный клиент заявился в офис одной из компаний и, размахивая огромным ножом, стал угрожать сотруднице. Так безумец решил высказать свои претензии к фирме по установке окон. Все подробности у Оксаны Кравцовой. То ли пьяный, то ли под кайфом. Мужчина пытается объяснить сотрудникам охранного предприятия, что пришел к офисному зданию с мачете не угрожать, а рубить траву. И кажется, этот человек действительно не понимает, почему его задержали. По словам сотрудников фирмы, которые вызвали охрану, безумец ворвался в офис компании по установке пластиковых окон и заявил, что накануне воспользовался их услугами. Но результат клиента не удовлетворил. В итоге он потребовал все переделать, угрожая сотруднице офиса холодным оружием. Улучив момент, девушка нажала тревожную кнопку. Дебошира с мачете передали полиции. А в одном из магазинов по улице Румянцева поймали любителей жвачки. Зачем украли вещь? Молодые люди зашли в супермаркет и разбили стойку с жевательной резинкой. Видимо, они все собирались забрать с собой, но были задержаны сотрудниками охраны и тоже переданы полиции. А в спортивном супермаркете по улице Артиллерийской пара решила приодеться за счет магазина. Мужчина и женщина попытались пронести мимо кассы одежду на 11 тысяч рублей. Но продавцы вовремя заметили воришек, товар отобрали и вернули на полки, а модники отправились в отделение полиции.